питерский композитор, автор симфонической и камерной музыки, музыки для театров и кино Антон Танонов привез на суд самарских любителей классической музыки свое произведение «Разлучница зима». Композиция была написана специально для конкурсной программы. Самарская премьера состоялась в филармонии на первом концерте 4-го международного фестиваля искусств «Шостакович над временем». По мнению маэстро, Дмитрий Дмитриевич для всех современных авторов классической музыки в России является своеобразным крестным отцом. Для меня большая честь представлять петербургскую композиторскую школу и участвовать в фестивале, посвященном святому для любого петербургского композитора имени Дмитрия Шостаковича. В традиции Шостаковича продолжают писать музыку очень многие композиторы, развивая его традиции, пытаясь найти что-то новое. И сегодня мне будет очень интересно услышать отклик самарской публики на мою музыку. На первом фестивальном концерте приношения Шостаковичу в основном новые и еще ни разу не звучавшие на публике музыкальные произведения, в том числе молодых авторов из Самары, Москвы и Петербурга. От библейских мотивов до спортивных историй. Одна из таких была посвящена хоккею и легендарному противостоянию двух столичных клубов «Спартак» и «ЦСКА». Название композиции в одном периоде и трех шайбах. «Спартак, Спартак, а кто отвечает? ЦСКА». Вот я специально вам объясняю, чтобы было интереснее слушать. Самарские композиторы, они каждый год имеют возможность услышать свою музыку и давать и композиторам, и любителям музыки, услышать их музыку, оценить их музыку, понять их музыку и, может быть, полюбить. Фестиваль искусств «Шостакович над временем» призван показать любителям музыки, что современные авторы – достойные наследники великого советского композитора, который в годы Великой Отечественной войны писал в Куйбышеве легендарную Ленинградскую седьмую симфонию. У нас сегодня очень хороший состав композиторский, яркие музыканты, и с каждым годом они демонстрируют свое мастерство композиторское. Я хочу зрителей пригласить на все концерты фестиваля, потому что очень будет интересно. Музыкальный фестиваль Шостаковича продлится до 2 октября. До этого публика встретится в драматическом театре на творческом вечере с Никитой Михалковым. На гала-концерте прозвучат произведения Дмитрия Шостаковича, Родиона Щедрина, Петра Чайковского. Андрей Горгуленко, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.